Приветствую всех. Меня зовут Виктор Лебедев, штат Вашингтон, Ванкувер. В библейской школе здесь, в Джексонвилле, я преподаю каждый год. И могу сказать, не стесняясь, что я не знаю лучшей библейской школы для славян здесь, в Америке. И более того, как миссионерская школа, это лучшая школа, что я знаю, даже в бывших республиках Советского Союза. Большое благословение для церкви, большое благословение для молодежи. И я думаю, что если есть возможность и желание учиться в библейской школе, миссионерской библейской школе, то нужно этим шансом воспользоваться. Вы никогда не пожалеете. Даже если вы не станете миссионером, библейские истины, которые здесь преподаются, они будут на всю вашу жизнь с большим благословением. Я могу с твердостью, уверенностью сказать, что благословение, которое мы здесь переживаем в процессе обучения, в процессе практики, служения, благословение, оно меняет нас. Сила есть в Божьем Слове. И мы здесь учим Божье Слово, преподаем Божье Слово. Божье Слово имеет силу. И библейская школа, миссионерская библейская школа, основана на Божьем Слове, на преподавании истин, она процветает. Она служит благословением. Я уверен на все 100, но уверен на все 100%, что благословение, оно достигнет вас во имя Христа. Всех благ.